На чемпионате мира в Катаре болельщики сборных Уэльса и США празднуют ничью. Команды встретились на стадионе Ахмед Бин Али в Райане. Матч завершился со счетом 1-1. Американцы забили мяч на 36-й минуте. На 82-й минуте счет сравнял Гаррит Бейл, лучший бомбардир в истории сборной Уэльса. Думаю, игра прошла хорошо. Кажется, американцы немного устали в конце, но в целом все хорошо. Ничья лучше, чем поражение, так что мы принимаем это. Да, игра была хорошая. Второй тайм прошел лучше для сборной Уэльса. Мы забили гол. Гаррет Бейл реализовал пенальти, так что мы довольны одним очком против США. Это грозная команда, так что, думаю, мы неплохо справились. В тот же день Сенегал проиграл Нидерландам. Команды встретились на стадионе Эль Тумана в Дохе. На 84-й минуте счет открыла нидерландская сборная. Она же и победила с результатом 2-0. Несколькими часами ранее англичане разгромили сборную Ирана со счетом 6-2. Англичане играли хорошо. Думаю, они командовали на поле. Пасовали, удерживали мяч и отлично забивали голы. 25 ноября сборная Уэльса встретится на поле с Ираном. Нидерландцы сыграют с Эквадором, а команда Англии проведет матч с американцами.